Сегодня в селе Болотном проходил молебен по поводу наших соотечественников, которых в суде необоснованно обвиняют в терроризме. Мы обращались к Всевышнему, чтобы справедливость восторжествовала. Когда мы чувствуем боль этих 200 детей, чьи отцы ничего не взрывали, никакую власть не захватывали, никакую преступную деятельность не вели. И если мы чувствуем эту боль, мы разделяем с ними и соболезнуем им, и пытаемся помогать, вот, участвовать в таких общественных мероприятиях. Это говорит об одном, о самом главном, что мы не просто живые, а что мы люди. Помогали нуждающимся, делали садака, ходили на суды поддерживать других ребят, которые нуждались в этом. Помогали делать передачки. И получается, за все это их самих обвинили в терроризме. И эти все незаконно обвиненные наши крымские мусульмане выйдут с тюрем и вернутся домой к своим семьям, детям, к родным, к родителям и братьям. Мы их всех здесь ждем с нетерпением и просим Аллаха, чтобы Он ускорил этот день и час этот, чтобы побыстрее настал.